涉及俄罗斯核心利益和一些重要重大关切问题上，中方也是对俄罗斯也是表示理解和充分的支持，充分的理解和支持。Мы, в свою очередь, по вопросам, представляющим жизненно важные интересы и серьезные общности России, также всегда оказываем нашу поддержку и наше понимание. 就像现在的乌克兰问题，那么美国和北约直接逼到俄罗斯的家门口，涉及到俄罗斯的国家安全和人民的生命安全。那么在这种情况下，俄罗斯采取认为应当采取的一些措施，中方是表示理解，而且从不同的方面给予策应。Например, по вопросу Украины мы видим, как США и союзники по НАТО наращивают свое присутствие просто по периметру России. Это серьезно угрожает государственной, национальной безопасности и безопасности жизни россиян. Поэтому мы с полным пониманием относимся ко всем мерам, предпринимаемым Россией при защите этих ключевых интересов и оказываем наше содействие. 可以说是俄罗斯被逼到了墙角，那么在这种情况下，俄罗斯是为了维护国家的核心利益而采取的一次反击。По украинскому вопросу мы видим, как они поставили Россию в безвыходное положение. И в этом случае Россия сделала важный выбор, это отдать решительный отпор.